В Украине очень известная вещь, ну, произошла, о которой мы видим уже много раз, и я думаю, еще много раз увидим. Там, ну, произошла, ну, гражданская война, которая, ну, под деньги, я думаю, гражданская война под зловещие деньги западных олигархов разорвали государство, более-менее еще образовывающееся, на части. И что с ним будет, я не знаю. Мне единственное, хочется верить, что украинский народ, он, ну, все-таки будет мудр и взвешен. И мы не знаем, что будет дальше. Но будем надеяться на мудрость украинского народа.